Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем выживать на Марсе, и в прошлой серии мы построили средний купол, довольно большой, я бы сказал, средний купол, на самом деле, по сравнению с вот этими. Это меня очень-очень прям порадовало, и будем сегодня его застраивать. Во-первых, ракета уже улетает. Посмотрим сейчас на количество еды, вроде пока норм, и по технологиям надо пробежаться. Скоро изучится робототехника. И может быть мы будем все-таки купол новый застраивать через аркологию. Подождем, пока она изучится все-таки. Сразу много жителей сможет жить в аркологии. Будет, мне кажется, интересно, плюс и жилье комфортное, да? Поэтому, наверное, подождем немного. Не будем спешить с застройкой. Наверное. С другой стороны, нам немного время поджимает, потому что нужно плодиться и множиться. И повторно использованные воды я все никак не выучу. Нам не то, чтобы оно очень надо. С водой проблем никаких нет. В базовых куполах нам пока не надо. Вот ферма. Фермы можно взять. Мы, в принципе, можем пока построить один, к примеру, да? Нам в любом случае нужен будет здесь садик, ясли, все такое. Пока что одну квартиру можно поставить, да? Потом ее просто снесем и построим на ее месте аркологию. И в любом случае строим, как обычно, мы ясли. Строим площадку и строим обязательно... где у нас больничка? Госпиталь. Даже можно, наверное, построить госпиталь, построить гастроном вот здесь. И что мы там строим обычно? Кафе. Кафе. Также строим ферму. Тут ферму мы строим прям, ну, вообще обязательно. Вот так вот. Может быть, даже сразу две фермы. Или одной нам хватит. В принципе, на купол одной нам хватит, да? Нам в каждом куполе по ферме, и будет то, что нужно. Вот. Пока что все это строим. Первым делом приоритет отдаем жилью, чтобы наши жители, которые будут плодиться и вырастать в вот этих местах, обитание вот тут уже лишние, да, тут бездомные есть. 8 человек бездомных. Фантастика. Как вас перевести в какой-нибудь другой купол? Может, они сами сейчас перейдут, просто, может, мест нету, да? Тут-то никто не влазит уже, тут никто не влазит, тут не влазит. Бомжи! Бомжи на Марсе, фантастика. Надо с этим делом бороться. Единственное, что нам здесь обязательно нужен склад с едой. Без склада с едой-то мы далеко тут не уедем. Склад с едой я, наверное, поставлю здесь возле фермы. Чтобы далеко там не это, дроны наши не ездили. Хотя, блин, у нас будет вот тут вот купол еще один. Где-то еще у нас купол один будет по-любому, поэтому я даже не знаю. Ну, поставим пока склад здесь. Пока второго купола нет, и третьего пока нет. Когда появится, тогда и будем думать, что куда строить. Так, что у нас? Дронов печатать можем, неработающие постройки. Да. Построек у нас в целом немало неработающих. Можно даже некоторые было бы и снести. А что интересно будет, если мы ясли снесем? Пойдут жители детей своих отдавать в ясли куда-то туда? Здесь родил, ребенка отдал в другой город. Пусть себе там растет без родительского присмотра, нет? Sector scanned. Select a sector to scan. Тут надо, наверное, убрать все-таки пока. Даже просто, наверное, отключить эту штуку. Она сама, да, отключилась, когда все верно, когда мы убрали все смены. Так, ну, в школе хотя бы, точнее, не в школе, а в универе учатся.
И, кстати, у нас появилось инженеров там какое-то количество, что приятно. Было, по-моему, около 60 нужно, да? А вот в школе никто до сих пор не учится, как ни странно. Но опять же, да, мест нет, поэтому жить негде и детей не рожают. Все, в принципе, довольно логично. Как у нас тут дела обстоят? Здесь немного металлов не хватает, да, на этом складе. На... До этого склада они не доезжают, вот эти вот ребята. Им тут свой склад с металлами нужно поставить, да. Вот так, чисто для ремонта, для обслуживания. Вот так, сейчас поставим, по идее, эти... Сейчас доставят сюда партийку. Оп. Все, порядок. Порядок. Так, чем там занят наш... я, кстати, наверное... Нет, не хочу отключать эти машинки с обзора, потому что... Проще будет их потом искать, если нужно. Funding received. Так, как тут дела у нас? Вот, все бездомные, это у нас... А ячейки уже зарезервированы. Это все эти жители ломанулись сюда. Да. Это хорошо. Тут у нас много инженеров. Как мы сделаем тогда... Блин, мы не можем запретить безработным... Лучшие работники инженера. Почему вот нельзя сюда инженеров переселить? А вот этих ребят отсюда переселить куда-нибудь было бы очень неплохо. Так, ферма. Нам надо ферму, ее давайте в приоритет поставим. Здесь. Ну, еще один кусочек бетона надо, да? О, и дроны сюда еду приносят, в принципе-то. Уже дело идет. Давайте пока что соевые. В три смены. В три цикла пусть будет. А здесь у нас как дела на этой ферме? Качество почвы 50. Наверное, просто не так много времени прошло. Все правильно. А, да, у нас... просто нехватка металла у нас. Я понял. В принципе, как у нас по запчастям? Сотка запчастей есть. Мы можем... мы как раз изучили, да? Машиностроительный. Блин, мы, по-моему, не машиностроительный изучили. Сейчас посмотрим. Да... Так, так... Мы изучили микропроизводство. Окей, сейчас изучим вот это вот дело и сможем уже свои заводы строить. Все будет пучком. Что там с ракетой нашей? Давайте посмотрим. Грузовая ракета. Возьмем, наверное, даже металлов. Я не пожалею сейчас. Чутка металлов и пища. Запускаем. Как тут дела? Точнее, вот здесь. О, начали появляться детишки в яслях. Продолжаем наш естественный цикл. Рождение. Вот это мы, наверное, пока даже отключим. Так. Как у нас тут дела? В куполе. Трое бездомных. Серьезно. Так. На паузу в игре я не нажал. Точнее, я нажал, но... Видимо, не на то. Ну, короче. Как у нас тут делишки? По-моему, эти, да, людей сюда тоже завозят. Люди пешочком сюда не идут сами по себе, а их привозят. Конкретно. Кто нам здесь не нужен? Нам здесь, наверное, не нужны ученые. Не берем ученых сюда. Наверное,
Хотя, в принципе, рано или поздно нам инженеры здесь понадобятся. Охранников не берем, геологи нам здесь понадобятся определенно. Инженеров тоже берем, ботаников берем, медиков берем. Не берем только ученых и охранников. Охранники вообще нужны только когда у вас беда начинается, насколько я понимаю, когда появляются много недовольных. А так вроде пока у нас недовольных нет. Вроде хорошо. Ну, есть бездомные еще определенно. Как у нас там исследование? 25% аркология. Скоро. Скоро будем застраиваться. Так, вот это вот я, наверное, все поотключаю. Вот эти все штуки нам не надо. Пожалуй. Мы, кстати, через, наверное, через эти меню можем удобненько распределять. Тут тоже я все подключаю. Распределять дронов. Но я пока не особо парюсь. Вакансии 9. Бездомных 3. Вакансии 1. Так, где там трубы починить не могут никак? Вот здесь. А, кстати. Не могут они починить трубу, потому что здесь нет металла. Сейчас будет. Сейчас привезем. Как раз сюда металла немного и еды. Чуток. Все будет хорошо. Sector scanned. Anomaly found. Аномалька. Пошли изучать. Тут надо было, наверное, вместо... Вот у нас в школе один человек всего лишь учится. Давайте мы, наверное, школу все же снесем и построим здесь просто еще одну квартиру. Мне кажется, больше будет толку так. Пока все равно детей не так много. Школу мы можем построить где угодно практически, да, у нас обучение дистанционное, поэтому проблем никаких не будет. А вот квартирку нам определенно нужно. Пока что простенький, это у нас такой бедный район будет. Бетона здесь хватает, с бетоном вообще у нас все шикарно. Немного металла есть, починили трубы заодно, но металл нужно добывать сейчас. А то без металла кино не будет. С одним вот этим металлом мы тут долго не протянем. Так, как тут дела у нас? Безработных четверо. Meteor shower incoming. Да ты мне лучше покажи, где. До начала бедствия чуть больше соло. Как тут у нас дела? Нормальненько пока. Сейчас будет смешно, если метеоритный дождь по вот этому моему поселению пройдется. Это будет жестко. Зато мы получим очень много, наверное, аномалий с очками исследований. Это будет очень здорово, по-моему. Что там? Бездействующий экстрактор. Все, закончился, да? Разбираем. Как раз немного металла с него получим. Тут, в принципе, нам пока вот этого хватит одного. Завода цементного. Мы сейчас все равно строительство переносим к центру карты. Здесь пока нам все это дело не к спеху. Новый бетономешательный завод мы не будем строить. Breakthrough discovered. Совершен прорыв.
научной лаборатории научного института. Начисление очков науки увеличено. Слушайте, можно будет круто реально построить, наверное, да, вот, вот это. И потом вот это. Можно будет реально очень круто сделать себе научный блок. Экстракторы на топливе. Заводы с ИИ. Увеличивает эффективность работы заводов на 20%. Прикольно, но пока... пока не до этого. Нам единственное, что, наверное, надо сразу построить, это экстрактор металла. Жалко, что нельзя сразу два добывать. Ну, в общем, экстрактор металла один мы построим здесь. Ну, пока один, наверное, мы здесь и построим. Все, больше не будем строить. А там посмотрим. Так, ну и ветряков мы запасли. С контролом улучшения всего делаем. Окей. Cable fault reported. Комфорт жителей 35. Так, как у нас вакансии? Вакансии свободного жилья. Все, появилась куча свободного жилья у нас. Вообще, может... здесь все поразбирать и перевести жителей туда. Так, мы можем тебя отправить уже, да? Давай. Сейчас этой ракетой, наверное, уже можно и жителей будет даже забрать. Земли, ботаников каких-то, чисто только с профессиями. Безработных уже брать не будем. Безработных у нас тут своих, в принципе, хватает, поэтому мы безработных брать уже не станем. Население увеличилось наконец-то, хотя бы немного. Здесь тоже ясли заполняются потихоньку. Что-то много медиков слишком, да? Всех медиков, по-моему, сюда забрали. Да ладно. Поэтому я особо не парюсь, потому что 150 человек распределять по местам работы, это... я на такую работу не нанимался. Это неинтересно. Неинтересно. Pipe leak reported. Так. Вот тут, наверное, можно что-нибудь попробовать еще отключить. Нечего отключать. Будем ждать просто пополнения. Пополнение населения будем ждать. Так, вот это хорошо. Это значит, что аркология, по идее, наверное, не изучится, но... быстрее изучится в любом случае. Нехватка кислорода — это из-за того, что у нас протечки в трубах. Окей. Не проблема. Через 2 часа начало бедствия. Через час. И... и... где? Дождь? Так, нет. Хух! Пронесло. Метеоритный дождь пошел сюда. Это чудесно. Anomaly analyzed. Соточку всего. Маловато, конечно. Так, давай, наверное, возвращайся. У тебя уже заряда мало осталось. Даже доехать, наверное, не успеет. Разрядится по дороге. Так, вот этот товарищ у нас может сейчас, во-первых, выгрузить металл. Сюда, да? Как тут у нас есть рабочие? Да, немного есть.
Немного металл ковыряем. И... где-то я видел много больших залежей, вот. Будешь копать это. Гонять туда и... выгружать вот сюда. Все, поехал. Так, бетона у нас 448. Мы, в принципе, можем начинать уже строительство даже еще одного такого комплекса. Сколько там? 79, да? Ну, давайте, наверное, это для начала застроим, а потом уже будем что-то новое начинать строить. Хочется... А, мы можем... Нет, не можем. Не будем это делать. Так, окей. Грузовая, пассажирская я хотел, да, ракета. У нас 29 человек есть, недостатки все отключены. Хорошо. Достоинства. По достоинствам. У нас есть одна знаменитость, хорошо. Ну и в принципе. Ну давайте посмотрим вот так, если мы сделаем, кто у нас тут есть. Только одна знаменитость. Все хорошо. Значит, можем отключать все недостатки. Все остальное нас не интересует. Теперь по профессиям. Берем. Охрану не берем. Геологов берем. Ботанов берем. Медиков берем. Так. Обзор. Ботаников берем по-любому всех. Ученых берем по-любому всех. Медика, геологов. Инженера. Ботаника. Кстати, инженеров, может быть, нам... Хотя пишут, что нам надо 60... Ну, писала, да, что 60 инженеров нужно. Поэтому, может быть, и взять. А, ну, все остальные тут уже дальше без профессии. Я вроде отключил без профессии. А, я не отключил. Точно, я не... Ну, короче. Поехали. Тут и еды немного привезут, и будет хорошо с этой ракетой. Только мы, наверное, да, ракету будем сажать все-таки сюда. Первым делом. Пожалуй. А новые детишки как раз из ясель. Пойдут, во-первых, наверное, в школу. Здесь можно школу построить уже без проблем будет, да? Да, без проблем можно построить школу. Правильно, у меня же школа не работала, потому что детей новых не рожалось из-за... Да. Окей. Это можно. Нет, закрыть нельзя. Сто тридцать четыре энергии у нас. Лишние есть. И металл потихонечку начинаем добывать. Все, жизнь в очередной раз у нас налаживается. Единственное, что с пищей пока. Не все так гладко, как хотелось бы. Откроем здесь смены, пусть. Может, новые жители когда сюда заедут. Так, мы можем сейчас как-то попробовать небольшую рокировку сделать, может. Свободного жилья один. Нам нужны здесь ботаники. На этой ферме, чтобы работали. А кто нам не нужен? Кто у нас тут вообще есть? У нас тут просто этих куча целая. Кстати, много седых уже, да? Такое ощущение, что много старых жителей уже. Это плохо. Мне ребята предлагали сделать отдельный купол для пенсионеров. Переселить их всех туда. Безработных пенсионеров, которых толку нету. Сделайте им это, да? Как они называются? Pipe leak reported. Так, бездействующий экстрактор. Все, выкопали, да? Мы наконец-то здесь все разбираем.
И строим новый экстрактор с этой стороны. Вот. А, ну да. Вот здесь. Я вот так вот его даже построю. Плотненько, тесненько. Не так, как хотелось бы, но... что поделать. Выкопаем, потом его удалим тоже. Так, разбираем. Time flies. The day of the final mission evaluation is drawing near. It's probably a good time to look at the colony statistics and address any goals and issues that we haven't so far. Как летит время? Итоговая оценка колонии уже на носу. Пожалуй, именно сейчас пора посмотреть на показатели колонии, решить оставшиеся вопросы и добиться достижения целей, которых мы пока не достигли. У вас только 10 солов, чтобы добиться поставленной цели. Доведите число рожденных на Марсе до 80. Текущее число рожденных на Марсе 107. Алло! Я уже готов к оценке, я не знаю, много лет назад. Много солов назад. Готов уже к этой оценке. Чё я тогда парюсь с этой рождаемостью? Так, ты у нас... Ой-ой-ой, подожди. Тебе надо бы зарядиться. И возвращайся. Возвращайся. Так, это у нас жители, которые идут как раз сюда... Выгружаем их. В принципе, с одной ракетой нормально играется, как ни странно. Я думал, нужно будет потом вторую еще заказывать. А с одной норм гоняет себе. Больше и не надо, походу. Так, мне протечки в трубах, пожалуйста. Залепить, а? Так, куда вы пошли? Сюда пошли? У вас какой-то хитрый план. Они типа вот так вот в обход идут просто через эту... Через это поселение. Да, вот сюда идут. Еще аномальки. Так, это приятно всегда. Окей. Все, школа тоже уже работает. Откроем ее, пусть работает полным ходом. И что там у нас? Через 3% можем построить первую аркологию. Тут еды хватает. Пока в одну смену работаем, я думаю, тут больше, наверное, не надо. Пока что металла нам... Наконец-то исследовали аркологию. Давайте посмотрим теперь, что это такое. Будет смешно, если это не совсем то, о чем я думал. Да... Для множества колонистов. Короче, эта штука строится у нас, опять же, по центру. Может быть, действительно, прям для множества-множества. Давайте посмотрим. Ракета готова. Нет, еще не готова. Вообще... Ничего, что она в купол не помещается, я надеюсь. Так, это, да, мы без проблем достроим. Ну-ка, давайте сейчас мы сделаем вот так. И где у нас... Вот тут слишком много дронов. Кто у нас... Это знаменитость к нам пожаловала. Хорошо, мы ее... Ну, пусть будет. Так, я хотел перевести сюда. Да? Нет, так не работает. Перевести и сюда. По-моему, ничего не поменялось, да? Дроны никуда не деваются. Блин. А если отсюда... Короче, надо просто взять пару дронов, да, перевести сюда один,
второй. Ну и пока хватит, на самом деле, может. Тут еще пригодится. Сколько у нас? Немного мест есть. Даже интересно, сколько тут поместится-то у жителей. Breakthrough discovered. На 50% экстракторы увеличивают. Ну, работа увеличивается экстракторов. Крутяцкая, по-моему, тема. Берем. Прорывы, насколько я понимаю, не нужно, да? Нам ничего не исследовать. Это пассивные как раз с этим. Бонусы. Anomaly found. Еще аномалька. А это после... Нет, кстати, это не после дождя. Просто метеорит упал. Так, идем, заберем ее. Ты у нас как норм. Давай еще вот эту изучишь, наверное. Потом у тебя домой поведем. О, достраивается аркология. И... Бам-бам. 32 человека. Ну, это не множество, конечно, жителей, как мне бы хотелось. Но в целом довольно неплохо. Плюс строится в центре, так что тоже норм. В центре мы можем построить, да, нам нужно построить центр связи по одному из заданий. Сетевой узел этот. Мы его построим обязательно со временем в новом куполе. Вот. Ну, а так даже не знаю. Пока будем плодиться и множиться дальше, я думаю. Наверное, я даже сразу сейчас, может быть, начну строить новый купол. Очередной купол для ученых. Боже, я в каждой второй серии строю новый купол для ученых. Так, что у нас тут? Неровная местность. Я вижу, я могу построить где-то, нет? Нет. Как будто подсвечивается, когда перемещаю немного. Нет. Жаль. Так, вот тут у нас еще есть металлы. Давай, собирай вот это добро. У тебя, да, разрядка. Не успеет доехать домой, придется его, наверное, забирать. Повторное использование воды. Наконец-то мы изучили. Можно будет построить в первых маленьких куполах. Небольшую экономию воды сделать себе. Успеет хоть изучиться аномалия? Я надеюсь. Давай. Оп. Еще чуть-чуть. Аномалии анализд. Изучили. Ну, теперь попытайся вернуться. Куда доедешь, туда доедешь. Там мы тебя где-нибудь заберем. Где у нас этот... Помогает тут в работе. О, хорошо. Так, можно исследовать новые технологии. Давайте посмотрим, что за новые технологии. 3D-машиностроение у нас. Во. Сможем мы построить завод робототехники где-то уже в больших куполах. Большие, конечно, крутые. Вообще не хочется... скорость шаттлов, это круто. Вот это тоже круто на самом деле. Но у нас их уже так много, что нам, наверное, не надо. Разжижение шлака. Обязательно берем. Сможем из шлака делать бетон. А у нас шлака очень много. Не то чтобы бетона у нас мало, но шлака у нас прям фантастика, как много. Received. Так, ракета прилетела. Мы можем еще, наверное, жителей забрать. Давайте посмотрим. Ой, не туда. Раз у нас столько мест сейчас. Пассажирская ракета. 20... сейчас, профессия... У вас мы не берем. Все, 4 человека. Без профессии я брать не горю желанием, а четверых мы, наверное, не будем брать. Лучше мы будем... Лучше мы что возьмем? Я даже не знаю. Нам вроде ничего не надо. Уже для полного счастья у нас все есть.
пища. Я вот реально прям не знаю. У нас тупо все есть. Можно взять каких-нибудь выпаривателей. Я вроде их не изучил. Наверное. Топливный комбинат я точно смогу строить. Вот это могу строить. По-моему, я полимерный завод еще не изучал. Я его, по-моему, строил так, да? Надо будет посмотреть сейчас. Я даже не знаю. Мне реально ничего не надо. У меня все есть, ресурсы есть. Самоходы. Можно, кстати, самоходы еще один. Клевый. И транспортер еще один, я думаю. Может, пищи на всякий случай. Я не знаю, что там у нас с пищей творится. На всю еду берем. Все. Полетели. А вдруг сейчас наплодятся, да, наши жители? О, ясли забиты. Давайте здесь еще одни ясли построим. Вот тут, мне кажется, ясли будут очень хорошо. Вторые. Так, их построим. Надо было, наверное, повернуть их к площадке, но я думаю, это не страшно. Так. О, все хитрые переехали в аркологию. Я не против, на самом деле. Пусть живут в более хороших условиях. Я только за. Так, а вот здесь, да, как я говорил, можем построить этим. Система водоочистки. Будем пару воды экономить. Здесь поставим и здесь поставим. Так. В принципе, научные лаборатории можно будет эти снести на самом-то деле, потому что... Sector scanned. Нам они просто-напросто не надо будут через какое-то время. Когда это время настанет? О, вот как только мы изучим научные институты. Да, как только мы изучим научные институты, сразу начнем. Вода закончилась здесь. Фантастика. Утилизация. Утилизация. Это и хорошо, что вода закончилась. Мы как раз вовремя строим систему водоочистки. И будем экономить не 3 еды потреблять, да? Не 3 воды потреблять, а единицу, правильно? Тут достроилось уже. Достроилось. Такое невзрачное здание. И второе сейчас построится. И все круто будет у нас. По-моему. Еды 125. Мы сейчас еще привезем. Да, второе достраивается. Как раз здесь тоже из 3 будем потреблять единицу энергии. Энергии, боже, я на энергию посмотрел. Единицу воды вместо 3. И бам. Все. Все. Да, тут нужны рабочие для того, чтобы экономия шла, но... У нас теперь только один работает на самом деле, да? Один водный экстрактор. Вообще шикарно живем. Экономим все, что можем. Экономить только. О. Хорошо. Детишки уже во вторые ясли перешли. Это радует. Так, значит, что у нас? Школа. Школа тоже работает полным ходом, на самом деле. Мы... Я, по-моему, вместо выживаемости хотел брать энтузиазм. Да, в той школе я брал. Пусть энтузиазму они учатся больше, а не выживаемости. Мы их не будем доводить до такого состояния, чтобы им нужна была выживаемость. Так, значит, еще. Мы сейчас... Надо, наверное, вместо квартир, да, изучать теперь тогда умные дома, что ли. Умный комплекс. Восстанавливая душевное равновесие во время отдыха. Я, правда, не знаю, насколько это будет хорошая тема. Но надо изучать. Поставим в очередь эту штуку. И... Наверное...
Будем строить научный купол потихоньку. Средний научный купол. О, мы тут как раз место чистили, да? Чистили и очистили. Что-то там перекрывает, пишет. Ничего не перекрывает, не выдумывай. Так, хорошо. О. Ладно, построим тогда еще один центр управления дронами. Как раз вот здесь. Склады достает. И все отлично. И дополнительные дроны у нас тут будут тоже. Только нам надо теперь вот этого друга. Давай, погнали. Заправим его. Ракета прилетела. Да все, он уже доедет. Не-не-не, не надо дронов выгружать. Ты давай сюда. Pipe leak reported. Вот, где-то вот так вот сейчас станет и как раз построит эту штуку. А, так. И строим тогда... Наверное, ЦУ-шаттлов нам пока что не надо. Мне кажется. Так. Вот так вот будут соединяться или нет? Вот так вот, наверное, соединю. Раз и... Еще. Хотя трубы нам соединять два раза не надо на самом-то деле. Трубы даже если пробиваются, то... Разве что, может, метеорит в них упадет, прям какой-то большой, суровый. Может быть, тогда они поломаются. В трубах только протечки случаются, и все. Протечки не критичны совершенно. Поэтому особо париться по этому поводу. Наверное, смысла все же нет. Сюда еще кабель проведу, потом вот эти можно будет соединить. Так, и ракета у нас... Что в ракете... Что в ракете? Напомню мне. А, самоходы. Еда. Я, наверное, даже выгружу ракету здесь. Еду можно на эти склады загрузить будет. Будет нормально. Так. И тебя можно уже отправить тогда добывать тут дальше вот эти вот ресурсы. Есть еще место? Да, только, по-моему, в один или в два рядом, поэтому место еще есть. Где? А. Все, порядок. Сектор scan. Аномалия found. Еще одна маленькая. Сейчас заселектим вам сектор. У нас уже скоро все сектора поизучаются. 4. Давайте мы, кстати, тоже, я здесь не строил, да, эту вышки исследовательские. Давайте построим, они сейчас ничего не требуют у нас, только, ну, одну вот эту штуковину, как я всегда строю, на каждый этот по одной вышке. Сколько там мне спишут ребята... Усиление от исследовательских вышек 30%. Вот. Чем больше вышек, тем больше у нас этот бонус, и тем быстрее будет все исследоваться. Так что штука хорошая, штука полезная. Научный институт. Блин, то все равно придется сейчас. А я, наверное, здесь тоже аркологию построю. Аркология, там институты и все остальное здесь будет, мне кажется, да? Это хорошая, по-моему, тема. Мне нравится. С аркологией. Так, надо, наверное, приоритет вот здесь поставить. Проще же будет. Алло, ребята. Дроны, вы что? Pipe leak reported. Давайте сначала эту штуку застроить. Тут пару ресов привезти-то надо. И все.
Так, а вот тут мы этот уже можем, наверное, уничтожать. Один тут работник. Такой работник, что... Никому не надо он. Так, и... Здесь, наверное, можно еще построить одну систему водоочистки, и мы тогда вообще будем в плюс по воде идти в сумасшедший. Даже можно будет закрыть этот. Это, конечно, фантастика вообще какая-то. Как у нас там по ресам? А, надо включать, да, добычу. Как тут у нас... Тут, кстати, металла нет. Это металл будут сейчас дроны возить через всю карту сюда. По чуть-чуть, но пусть возят. Просто нужно будет, опять же, переносить вот это, да, туда, где есть металл, там, где его много, и будет хорошо все. Короче, вот это вот наше поселение. Наполовину можно... сносить. Открывает гигантская сельскохозяйственная культура, которая приносит больше еды. Интересно, наверное, но потом как-нибудь. Не то чтобы мне там еда очень нужна была. Купить проще, по-моему. Так, все, возвращаемся сюда. Наверное, даже вот так вот приоритет поставим. Кто у нас тут есть? Без профессии. Даже пару ботаников есть, что радует, конечно же. Можно посмотреть? Нельзя посмотреть, пока ракеты нет. Жалко. А, это еще и дроны сюда. О, елки-палки, да, завозят и... Надо, наверное, еще один завод с дронами построить. Сколько он там стоит, сколько содержания у него... Обслуживание, короче, ерунда. Давайте строим. Где-нибудь вот здесь. Дополнительные дроны нам не помешают. Плюс топливо здесь тоже будем производить, раз такая пьянка пошла. Давайте поставим топливный заводик где-нибудь недалеко. Совсем так, чтобы недалеко. Мы даже можем развернуть. И топливный завод сам подключится, да? Да. Я же что-то все плотнее и плотнее все застраиваю. Поначалу говорю, что нужно пошире ставить, а то метеориты бомбить будут все. Беда будет, но... Как-то все... Все плотнее и плотнее все застраиваем. Так, что там у нас? Я не понял, почему... А, мы купол достроили. Вот почему. Все верно. Поэтому Мокси улучшаем. Так, и строим тогда еще один выпариватель. Мы можем себе парочку выпаривателей здесь построить. Прям можно вот так вот, да, коннектить эти выпариватели. Один за одним. Один и второй вот сюда сразу. Оп, такой. И они сразу законнектились вот так, чтобы в радиус друг друга не попадали. Так, по энергии пока вроде держимся нормально. У нас ночь сейчас только начинается. Посмотрим, как получится, что там. Мокси еще не улучшили. Cable fault reported. Sector scanned. Anomaly found. Еще одна аномалька. Пошли изучать. Так, и что мы там? Сюда мы сразу строим, да, этот аркологию. Здесь у нас элитные жители живут в этих куполах. И это причем еще не самые большие. Дальше будут большие, я снова все перестраивать буду. Но, наверное, не буду, просто буду отдельно эти строить, и все. Так, что у нас тут? Закончился... Бетон. Надо строить, наверное, пока что еще один экстрактор здесь. В любом случае. Где-нибудь, наверное, вот здесь. Может, далеко, да, наверное, тут будет.
Вот здесь построим, потом будем перерабатывать вот это вот все добро в бетон, и, наверное, будет у нас довольно много бетона. Наверное, но это не точно. Все, уничтожаем полностью. Классно, что технология на... на нерасход энергии и на... не... на... боже мой. Так, на отсутствие необходимости обслуживания вначале у нас изучаются, на вот эти вот штуки, они у нас самодостаточными становятся. Это меня прям очень радует. Как у нас, кстати, вот тут дела? Еще все хорошо, да, у нас тут? Полимерчики производим? Производим. Вполне себе таки производим. Сколько мы сегодня... А, не доиграем мы до сотого солок, к сожалению. Нам надо уже серию заканчивать. Вот. Но жизнь идет у нас полным ходом. Еще новая аркология строится. Жители здесь жить никто не хочет. Хотя кто-то сюда поселяется. Да, надо сразу здесь... Ой. Ученых сюда. В первую очередь, в приоритете выделить... Именно ученых. Все остальные тоже как бы надо, но как бы не так сильно. И отсюда ученых мы уже можем, ну, сможем, как только вот изучится у нас марсианский научный институт, мы его построим, можно будет отсюда всех ученых выгнать на работу в институт. А, стоп, 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 стоп. Беда. Я забыл, что в научном... куполе, да, нам нужно не аркологию строить. Да. Если мы отменим... А, все ресурсы остались, хорошо. Здесь как раз нам же нужна не аркология, а вот это я дам. А сетевой узел. Вот, поэтому придется пока что селить... наших ученых, которые здесь будут работать когда-нибудь в обычные дома. Все, хорошо, что бетон никуда не делся. Мы строительство еще не начали, так что все в порядке. О, хорошо, что я вспомнил напоследок. А то к следующей серии я бы уже бы и забыл бы совсем, что у нас, какой тут вообще план был хитрый. Ну окей, все, на этом пока что серию будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.